10 июля по адресу Каспийское шоссе были начаты работы по реконструкции дорог и обновлению асфальтобетонного покрытия. Напомним, что ранее между управлением ЖКХ города Каспийска и подрядной организацией ООО «Дорсервис» по программе «Мой Дагестан, мои дороги» был заключен муниципальный контракт. В ходе реализации данного договора подрядной организации были допущены некоторые нарушения. По проведению капитального ремонта дорожного полотна по улице Каспийское шоссе. Однако при эксплуатации выявлено разрушение асфальтобетонного покрытия по всей протяженности улицы, образовались ямы и ухабы. В связи с чем подрядной организации ООО «Дорсервис» было направлено претензия в рамках карантинных обязательств, прописанных в муниципальном контракте. На сегодняшний день работа продолжается. В ближайшее время дорожное полотно будет восстановлено.